его принятию, да, то есть заявку нужно вступать до следующего года. То есть это было временно, а то, что вот у меня правильно сделать сертификацию, а эти условия традиционно. Ну, да, просто для того, чтобы документировать документы, то есть что-то расходится, вот, а сейчас, как Дума приняла закон и отправилась в отпуск тут же, вот, то, понятное дело, что это будет. Дзержинского, улица 4, Осликин.